Всем привет, мои уважаемые подписчики, всех с Днем Знаний. И я, короче, зашел в игру, а тут ничего нету. Короче, поехали на звездочку. Кстати, звездочка. А ну ладно. У меня часы есть звездочка, кроссовки звездочка, браслет звездочка. Может быть, это что-то даст? Братишка, если ты впервые зашел на канал, подпишись. Не забудь поставить лайк, написать свой комментарий. Что ты думаешь об этом обновлении, о новых машинах и новых шмотках, которые мы еще, кстати, не посмотрели. Ставьте колокольчик, чтобы приходило уведомление. А чтобы было играть комфортно, вводи мой промокод Трунов, который ты увидишь на экране. А да, кстати, забыл же. Вначале же надо сказать, если ты хочешь поиграть у нас на проекте, переходи по ссылкам в описании, скачивай лаунчер и заходи в игру. А потом уже про промокод. И самый лучший промокод ты увидишь на экране. Вводи его и становись самым богатым человеком в нашем штате. А я играю на сервере Strawberry. Залетай, будем играть вместе. Так, надо сейчас доехать до этой горы. Так, где она? Вот она. Метку подставлю, хрен с ним. Блин, чтобы лучше ехалось. Вот и приехали на место назначения. Все дикари уже в сборе. Ура. Нахуй, Ромаха блядь. Здесь. Там приехал, еще обзывается она. Так, ну что тут у нас? Привет. Праздник уже на подходе, а еще столько дел. Поможешь мне собрать команду. Отлично, тебе надо будет собрать 5 человек, которые потребуются. Так, этот парень вечно в интернет-кафе в маленьком Сеуле. Точно адрес не знаю, слышал в этом месте только от самого программиста. Найди его. Ага. А что дальше-то? А, ну все, поехали. Маленький Сеул. Ромаха. Вот он. Находится вот здесь. Так, все, погнали сюда. Да ебаный, сука, дикари, блядь. Так, какой... Перерыв, уборка, что внутри кто? Пора собираться. Так, поехали обратно. За новым заданием. Так, что тут дальше-то? Так, программист приедет, супер. Следующий по плану должна быть наша волонтер. Людей помощи, проведения праздника. Нам проблем может быть где угодно. Так. Впрочем... Так, поехали искать волонтера. Короче, места много, но волонтера нашел я здесь. Чертов урод, ненавижу тебя, ненавижу всех, кто... Это понятно, так, сейчас собираемся, всем прям еще времени. Все понятно, пизду, читать нахуй это. Поехали обратно к организатору. Короче, на экране вы увидите скриншоты людей, где они находили волонтеров. Но это, конечно же, не все места. То, что в ЕМС-ке еще не нашли нигде. Он находится в у мэрии, получается. Я видел, находили. Где там мэрия? Где-то вот здесь. Потом вот здесь его находили. Вот и... Коровники, короче, у коров. И вот здесь, на сдаче шкур. По крайней мере, где я его увидел, на скринах у людей. Так, сейчас поедем брать следующее задание. Так, это получается третье задание. Третье задание. А никто, наверное, шмотки не может посмотреть пока. Наша активистка приедет, замечательно. Следующий член нашей команды, очень важная персона. Его самолет, скоро сядет между... Понятно. Так, чтобы ему понравилось. Я знаю его слабости, поэтому перед поездкой ему нужно будет заехать в пару мест для начала. Так, его что любимый найдет, коктейль, пинакола, добавить к этому местный бургер, купленный в любом магазине. Понятно. Где волонтеры искать?
пизде, блядь. Так, пинаколада у нас продается в на Кайперика. Бля, хорошо. Ну, в принципе, хорошо, нехорошо. У кого есть самолетик, может долететь. Вот. Сейчас поехали пинаколаду покупать. Так, вот она, пинаколада. Купить. Две куплю. Чтобы было. А, ну нафиг. Проще релогнуться. Реально, проще релогнуться. Чем ехать куда-то. Кстати, организатор также может и находиться у ЗАГСа. О, уже кто-то бургер покупает. Так, купить. Все. Арендуйте лимузин. Ох, нифига себе, началось. А еще и лимузин, походу. А, вот это борода. Нужно полностью релоунуть компьютер, ну, ой, этот. Все, погнали. На лимузине. Так, куда? Лимузин церкви. Аэропорт. Аэропорт Лос-Сантос. Понятно, поехали. Да, вот он, этот петушара. Короче, вверх надо подняться. А, лимузин исчез. Окей. Релогаемся. Все очень просто и легко. Релогаемся и все. Так, приехали. Берем следующее задание. Наш кошелек. Дорогой гость доволен. Встреча супер. Тогда надо будет найти музыканта. Здесь будет немного сложнее, потому что никто толком не знает, где он. Так, также тебе будет нужно объехать все бары, спросить барменов. По дороге возьми ему пиво, и явно потребуется похмелиться. По барменам. Бармены. В бары, что ли? Все бары придется объездить. Бутылку пива. А, бутылку пива можно будет купить в обычном магазине 24/7. Ну, поехали. Кстати, бармен еще может быть у байкеров. Опа. Я, насколько помню, NPC в барах нету. Вот в чем прикол. Ну, сейчас съездим, посмотрим. Сейчас бутылку пива купим, но вот этот, в этот бизнес, наверное, все заезжают. Давай, давай, шевели. Да шевели копытами. Рогатая она. Так, прочее, бытовая. Где бутылка-то она? Где бутылка? Ой. Вот она. Бутылку пива взял. Ага, вот, вот, вот в чем прикол. Вот в чем суть. Так, еще есть наверху же бар, да? Понятно. Заедем в бар. Да ё-моё. А ты за этим алкашом? Нормально.
он решил уйти найти музыканта около бара. В смысле, в чем прикол? А, ну все. А, вот он, Стас, валяется. Ха-ха, подуть ногой. Понятно. Так что, ребята, не надо искать в клубах ездить. Надо искать его здесь. Так, музыкант нашелся, отлично, следующая твоя цель не должна доставить никаких проблем красивому молодежке, скорее всего, будет вести некоторые наши телефон, смс, букет красных роз. Так, понятно. Поехали за красными розами. Все догадаются, что нужно здесь брать. Сорян. Так, красные розы. Букет красных роз. Минус трешечка. Так, что там? Привет еще раз. Организатор годовщины тебе беспокоит. Свяжись с моделью по телефону. Она скажет номер 66 2 6 2 3 51. Вы мне звонили, я не успел. Перезвоните мне, когда сможете. В чем прикол? Ну, вы мне звонили. Не успел трубку взять. Перезвоните, как сможете. Что за прикол? А, во. Так. В клубе Кайперика. Опять в Кайперика ехать. Че, издевается, что ли? Так, приехали мы на место назначения. Где это? Девушка. Сюда приехали какие-то фотографы, я сбежала. Меня позвали. Что-то, приезжай туда. Хенхауса. Езжай туда. Оригинально. Северштата. Естественно, это палетка. Вот. Где это здание? Оно находится где-то здесь. Вот здесь. Так, стоп. Вот. Так, надо сюда тачку куда-нибудь поставить. На модель-то даже не похоже. Ждать сильно. Проголодалась, срочно. Добудь бутылку вина и ролл с лососем. Ой, овца. Понятно, так. Лосось. Понятно. Вот это вообще жопа, просто жопа. Где сейчас брать лосося? Короче, рис, вода, огонь. Надо приготовить эти сраные роллы с лососем. Вот он, вареный рис есть. Так, ролл с лосось, вареный рис. Но тут, короче, не получится купить. А все же будут покупать, как... Никто же не знает. Блин, сколько... Так, поехали. Так, что надо купить? Бутылку вина. Ну, это все в магазине 24. Ну, у кого-то сегодня прибыль будет прям. Ай-яй-яй. К
кого-то сегодня будет прибыль. Так, бытовые, так, еда. Вот чего, блядь? 4000. Так, все, я вроде все купил. Поехали до этой курицы. Посмотрим, что там будет. Так, что тут? Привезли мы, короче, пожрать, попить ей, нахуй. Тунец есть? Да. Я зара. Ладно, перекушу. Езжай туда и жди меня. Все. Поехали к организатору. Я надеюсь, это последний персонаж. Ну, короче, приедем, увидим, что там дальше будет. Все, в сборе, твоя помощь. Можешь передохнуть, потом возвращайся с новыми силами. А кто-нибудь знает, где волонтер есть? 150 звезд. Во! Во! Ё-моё, 200 тысяч. Короче, я в этом пропуске буду без тачки. Не повезло, не фартануло. Вот такой вот Аурус. Вот такой вот аппарат. А что там, кстати, меняло? Рама. А, эти. Как они? Шторочки. Сейчас поедем максимальную скорость посмотрим. Кстати, неплохо рулится. Так-то. Нифига управление на нем. Четкое управление. Но если делать со всех трех персонажей, 5 часов, 3 раза в день, 150 звездочек. 150 звездочек. Это что получается? 450 умножаем на 3. Ну, полторашку можно делать, грубо говоря. Сутки, 1500. 10 дней, 15 тысяч. Но это мало. Это очень мало. Все что-то как-то по-конски сделали в этом. В этом пропуске. Ну, 300-ки он едет. Управление. Ну, естественно, управление на 300. На такой скорости будет идеальное. Что там, ничего не открывается? А, только фары. Понял. Так, это что у нас? Мерседес. Электрические. Короче, чтобы купить тачку, нужно продать свою тачку. Вот. Умерен так-то неплохой. Ну, 300-ки едет. Ну, 330 он поедет по-любому, потому что это тест-драйв. Так, что тут? 165 багажник, а здесь 160 багажник. Ну, так-то нифига, 160 багажник. Так, купить одежду верхняя. Всякие бабушкины свитера. А что такое? А что за пуховик? Типа стоник. Короче, шмоток я закуплюсь, походу. Остался я без тачки, потому что доната у меня будет всего лишь 50 тысяч. Вот. А так как магазин у нас по 10 тысяч звезд. Вот. Мы 50 тысяч делим на 5 тысяч, это 10. И умножаем на 10 тысяч. Это 100 тысяч. Ну, мне не хватает. Короче,
Облом мне тачкой, ну ничего страшного. Зато шмотки прикольные, кстати. Рубашка ЛВ в полосочку. Это такая, знаете, вроде что-то под мои брюки подходит. Лонгслив. О, всякие. С крылышками. С крылышками, как прокладка она. А это что? Это чисто стасовский прикид. О, бабушкин свитер вязаный. Это что за кринжатина? Так, ну, всякую кринжатину у нас только где-то ящики носят. Зип-худи, рубчик. Джейн-пирочек. О, бабушкин свитер, на. Вязаный. Так, рубашка. Вот этот вот стыд. Так, надо сюда что-нибудь одеть такое. Чтоб следующие шмоточки посмотреть. Давай вот эту оденем. Не, вот эту оденем. Черную. Ликвидную. Где там? Седьмой вариант вроде. Десятый, одиннадцатый. Во. Так, что тут? Брюки. Что это такое? Такие какие-то стандарт. Даже смотреть не буду. А, ну это вот. Ну ничего такие, кстати. Брюки. Вот это тоже не... Все дешевое прям. Кто-то какие-то, про какие-то бризы говорил. Да какие-то бризы. Это шляпа. И где тут Баленсиага? Вот этот ремень. Чё на него цеплять? Так, обувь. О, ЛВ-шные говнотопы. Уги, Адибас. Еще черно, вот так еще будет смотреться. Ох ты, нифига себе. Вот про эти мне Жека говорил, Баленсиаги. Нифига себе. Вот это говнотопы конкретные. Так, чё по шляпам? А, берет ветерана войны. Так. Понятно. Панамка. Короче, кепка Баленсиага. Шмоток можно будет набрать нормально. Но это вообще фонарь какой-то, а не кепка. Так, цепочка Баленсиага. Вот цепочка еще, да. Цепочка еще интересная. Так, часы. Часы я не вижу. Часы я не вижу. Так, надо что-то короткое одеть. Во. Часы. Какие-то они кривые. Очки. О, нифига себе. Надо по-любому будет их купить. Так, теперь самое главное. Самое главное. Это... Тысячу лет. Рюкзаки. Рюкзаки. О, 20 тысяч. Короче, рюкзаков я походу себе наберу. Всяких разных. Гуччи. Сразу говорю, вот такой вот будет ликвидный. Ликвидный Гуччи. А вот это что за Гуччи? Понятно, короче. У меня будет 100 тысяч. Я, наверное, возьму вот эту бананку. Вот этот Гуччи. Или вот этот Гуччи. Гуччи Спорт. Ну вот этот покрасочнее будет.
И вот это тоже ничего, такой рюкзачок. 20 тысяч. Интересные. Вот такой вот у нас ивент нынче. Салам алейкум, Сардор. Вот такой вот у нас нынче ивент. Так, это что такое? А это модель, ну-ка, что она? У меня так много чего не успеваю, если по салону маникюр сможешь. Да иди ты в жопу. А, короче, я понял. Понял. Это будет, короче, задание можно будет выполнять у них. По поводу бара. По поводу бара. Вот здесь вот ищите. Вот в этих барах. Вот. Музыкантов будет валяться либо в кустах, либо на крыше. По крайней мере, в баре в городе, возле Казика, он был на крыше, на соседней. Не на самой крыше бара, а на соседней. Вот, братва, получился вот такой вот видеоролик. Всем, кому понравилось и кому было полезно, ставьте лайки. Вот. Подписывайтесь на канал, пишите свое мнение в комментариях. Я все читаю. Все оценю, заценю и отвечу. А с вами был Слава Спец. Всем до скорой встречи. Всем пока-пока.